Девчонки, здравствуйте! Сегодня будет маленькая посылочка с двумя пластинами КАЦ. Но они хоть и маленькие, но прикольные, очень интересные. Это у нас такой, да, стемпинг многослойный. Поэтому будет интересно посмотреть. Тут такая сакура, иероглифы. А вот это многослойная, а это просто пластиночка. Очень интересно, здесь такой широкий рисунок. И его будет классно с каким-нибудь красивым металлизированным лаком шиммерным. Мне очень понравилась эта пластина. И очень интересно вот эту попробовать. Так что будет интересно, я думаю, девчонки. Сегодня буду пластиночки чистить вот этими салфеточками от Born Pretty. Так-с. Сейчас все подготовим. Ролик у меня из H&M. Да, из H&M. Все вроде вам сказала. Так, снимаю пленочку. Ой, ну какая-то двойная. Хорошо. Вот, сейчас, секундочку. О, какая красивая глубокая гравировка. Попробуем, сложно это, не сложная пластиночка, кажется. У многих не получается вот такой многослойный, да, стемпинг. Ну, сейчас будем экспериментировать. Посмотрим, что там получится, будет ли это интересно выглядеть. На пластиночке вроде интересно выглядит. Так, ну что, давайте начнем, наверное, сначала вот с этой, а закончим уже многослойным, потому что там это может надолго затянуться. Так, ну мне очень нравится этот рисунок, особенно где вот этот вот широкий. Не знаю, получится ли его забить, но сейчас будем все пробовать. Так. Ну давайте вот этот попробуем. Сейчас возьмем какой-нибудь красивый лак. Давайте золотой. Сейчас попробую забить, не знаю, он достаточно широкий. Широкие рисуночки, может быть. Ну, сейчас поэкспериментируем. О, смотрите, как... А я не буду до конца, достаточно. Достаточно, чтобы понять. Очень длинный рисунок. Ну, смотрите. О, какой. На типсе сейчас еще попробуем. Давайте сейчас я еще пониже спущусь. Рисунок длинный, это очень хорошо. Можно использовать его, вот эту часть, например, вот эту часть, да, нижнюю. То есть передвигаться, да. Сейчас возьмем такой серебро. Сейчас я побольше возьму лака, потому что, оказывается, видите, у меня очень много ушло, чтобы забить его. Боже, давай быстрее. Ой, плохо я протерла. Мне не очень нравится, как серебром получилось. Но зато серебро видно хорошо. Видите, какой широкий. Плохо, надо было еще скребочком разочек поскрести. Она так хорошо забила, что я что-то не рискнула. И знаете, тяжеловато чистится, потому что глубокая такая, широкая. Сейчас мы возьмем очень красивый такой лак. Вот это давайте возьмем. Тоже от Born Pretty. Переделаю я эту часть. Я просто думаю, может быть, мне скребочек вот такой взять. Может, им получше получится. Сейчас, девочки, экспериментируем. А, я знаю почему. Может быть, сейчас, секунду. Просто сам рисунок такой еще. Да, вот так чуть-чуть получше получилось. Но вот сами бороздки очень тонкие. Очень тонкие бороздки. Верхняя часть мне больше нравится, как выглядит. Хотя вот издалека, смотрите, неплохо вроде. Не знаю, неоднозначно. Какое-то впечатление.
Ой, чистится тяжело. Так, давайте. Угу. Вот эту часть хочу сделать прям большим штампиком, да? Сейчас большую часть сделаем. А, возьму-ка я Николь Дайри. Широкой кисточкой. Сейчас прям кусок так сделаем. Вообще так красиво. Хочется, чтобы побольше влезло, честно говоря. О, как знаете, так это черное, белое, знаете, так красиво. Ну, темная сторона, я имела в виду, и светлая, видите? Как инь-янь. Очень красиво, очень красиво. Можно использовать вот этот участок, и пол ногтя будет так закрашено, да? Смотрите, как интересно. Или вот эту часть взять, использовать. Прикольно. Интересная пластиночка такая. А, я подумаю. А, с ней маникюрчик как-то надо придумать интересненький. Как она интересная. А, тут нижняя часть, вот эти ромашки классные. Но чистится тяжело. А прям как мою Лондон. Такая же глубокая. Очень глубокая гравировка. Прям конкретная такая гравировочка. Забываю все время скребочек чистить. Такс. Вот эти цветочки мне понравились. И нижнюю часть рисунка сейчас с вами повторим. Угу. Мне нравится вот эта часть с этой... Непонятно, то ли птица, то ли человек. Интересно. Можно использовать орнаменты. А, кстати, на черной чипсе мы же хотели с вами попробовать. Я хочу посмотреть, как это будет на ноготочке смотреться. Кажется, интересно. Давайте сначала еще вот эти две, которые тонкой гравировкой. Очень напоминает мне в пластинах Мойра что-то такое. Вот, очень напоминает. Сейчас хочу посмотреть, как это будет на бумаге выглядеть. Но, с другой стороны, я опасаюсь, что не перенесется. Посмотрим сейчас. Очень тонкая. То есть вот это очень глубокое, тяжело чистится. А вот эта часть очень тоненькая, знаете. Посмотрим. Я не уверена, что силиконовый штамп перенесет. Но... Зефирки я сейчас уже не использую. А вот и зря. Все перенеслось. Все замечательно. Очень, девочки, напоминает Мойру. Я не знаю, почему, но мне очень напоминает Мойру дизайн. Тонкий, очень хороший размер рисунка. Широкий, длинный. Мне нравится. Сейчас мы нижнюю часть сделаем, и потом я хочу на... это сделать, типси. Попробовать тот широкий, посмотреть, как он на ноготочек ляжет. Мне просто хочется посмотреть, как он ляжет, посмотреть. Так, давайте возьмем вот этот, хотя мне там вообще на донышке осталось. Совсем на донышке. Это фраза Шурыгиной, да, на донышке. Я как-то раньше не употребляла его, сейчас что-то вспомнила. На донышке. Ну вот, зря я переживала. Очень даже он неплохо. Все хорошо, девочки. Замечательная гравировка, все отлично. Ну все, сейчас я типсочку возьму и хочу проверить вот эту часть рисунка. Так, а вот эту я делала. Сейчас еще раз. Сейчас, девочки... Достану черную. Так, девочки, давайте сейчас вот эту, да, попробуем. Ага, вот это. Сейчас посмотрим, как она ляжет на типсу. Что-то у меня совсем он загустел. Что-то я здесь вообще не могу распределить нормально.
Столько много здесь надо лака. Вау, сплошной золотой накаток получился. А на, ну, как сказать, цветочки, конечно, хочется стразик налепить, но получился абсолютно металлизированный накаточек. Абсолютно. Видите? То есть можно взять лак какой-то интересный, даже, да хоть вот такой вот. Так, на сверление не обращайте внимания, мне не дадут доснять видео нормально. Даже вот такой красивый лак, металлизированный, можно вот так вот сделать. Еще, девочки, вот эту нижнюю часть сделать, посмотреть, как она ляжет. Ой, у меня тут все не открывается. Вот эту нижнюю часть хочу еще посмотреть. Угу, интересно. То есть я говорю, получается такой инь-янь, да, такой темная и светлая часть. Надо подумать, как это использовать. Так, ну что, давайте перейдем к многослойному стемпингу, да. Посмотрим, как эти пластины будут, эти рисуночки переноситься прозрачным штампиком, да. Так, сейчас все вытрем. Ой, испачкалось что-то тут. Или это брак? Не пойму. Девочки, что это такое? А, нет, это я лакомство. Я испугалась. А, так. Значит, что у нас здесь есть? Давайте смотреть. А здесь всякие сакуры, да? Есть просто веточка. Это не... Сейчас я проверю. Да-да-да, это не многослойный стенд, просто ветка, да? Но некоторые рисунки можно совмещать. Вот эти два точно, вот эти два и вот эти два. Так, ну давайте начнем вот это вот. Я сейчас возьму просто такой вот темно-розоватый, да. Вот так. Теперь возьму черненький. Возьму черненький. Ой, это вообще вам что-нибудь видно? Девочки, мне кажется, вам ничего не видно. Давайте другим оттенком попробуем. Другим оттенком попробуем, потому что мне кажется, слишком много черного как-то получилось. И он заглушает. Поярче было видно. Я, наверное, возьму более светлый оттенок. Да? Получше промажу. А, мне кажется, слишком сливается. Ой, не туда капнула, господи. Сейчас, девчонки, еще раз. Угу. Вот, так вот получше перенесла. Второй раз. Сейчас попробую черным. Если мне не понравится, может быть, тогда темно-розовый. Но я люблю вот все-таки черный делать, когда многослойный. Посмотрим сейчас еще раз. Смотрю, сейчас решу на месте, как говорится. Вот, теперь мне больше нравится. Получше видно. Вот так вот, смотрите. Посередине можно поставить белые точечки, будет еще лучше. А, так, где мой дотс? Дотс. Так, девочки, берем белый дотс. Ой, еще куда.
Девочки, берем белый лак для стемпинга. Я сейчас дотсом поставлю серединки. А потом сниму вам поближе, потому что мне кажется, когда показывают, вообще ничего не видно. Как-то падает. Ой, получается очень мило, кстати. Хорошо, что я взяла посветлее. Посмотрите, как милашно смотрится. В конце видео я поставлю камеру поближе. Но мне нравится. Очень классно. Такая веточка. Цветущая, да? Ну, там можно любые цвета, в принципе, брать, как вам нравится. Как вашей душе угодно. А, давайте сейчас просто веточки вот эти сделаем. Посмотрим, как они будут смотреться. Возьму такой красный. Любым оттенком. Просто в зависимости от вашей идеи. Да? Я сразу сделаю несколько веточек, потом вам покажу поближе. Вы посмотрели, что получилось. Кстати, вот этот можно раскрасить тоже. Вот как я вот этим способом делала ноготочки, да? Раскрашенный стемпинг на липкий слой. Вот, вот это так можно раскрасить. Я думаю, что я это использую. Возьму другие салфетки, эти очень пачкают. Почему мне говорят, Катя, зачем вы дорогие салфетки тратите на вот эти пластины, потому что они не оставляют жидкость на пластине. Я же для этого их и покупаю. Они, мне многие пишут, Катя, мы не можем, ну что вы тратите это на пластину. Для этого их и были они у меня куплены, для пластин. А, еще одну веточку сделаю, и потом вам покажу, что получилось. Возьму лакте, очень мой любимый цвет. Мне очень нравилось ходить с этим маникюром. Вот с таким вот у меня есть. Тоже, кстати, там была цветочная тема на нежно-розовом лаке. Вот такие 4 веточки получились. Милые. Очень милые. Это может быть очень интересный нежный маникюр. В японском таком стиле. Сакура. Очень стильно, девочки. Так, сейчас мы еще иероглифы с вами. Ну, тут надо подумать, да, что у нас получится такое. Сейчас. Так, иероглифы. Все, делаем вот эту большую, красивющую ветку. Которая просто потрясающе красивая. Я только думаю, каким цветом ее сделать. Где у меня этот? Возьму вот этот Beauty Big Bang красный с шиммером. Красивый лак. Чудесные веточки, мне очень нравятся, девочки. Напишите, как вам веточки. По-моему, чудесные. Так, сейчас будем многослойный стемпинг пробовать. Давайте сейчас попробуем вот этим нежным. Посмотрим сочетание. Просто мне не хочется опять черным делать. Сейчас посмотрим, получится или нет. Тут светло-фиолетовый с темным фиолетовым. Не знаю. Угу. И сейчас возьму темно-фиолетовый. Ой, классно.
получилось. Мне нравится. Он не такой контрастный. Я потом вам в конце проведу. Здесь такой светло-фиолетовый, темно-фиолетовый. Но мне нравится. Вообще веточки классные. То есть надо подумать, поискать, какие тут рисуночки, как лучше сделать. Да? Сейчас возьму вообще желтый. Возьму такой желтый. Сделаю его с черным. Так мило. Очень мило. Вообще класс. Классно, девчонки. Желтый мне очень нравится. Ну что, девчонки, подводим итоги. Мне очень понравилась пластина с веточками. Это будет очень женственно, очень утонченно сделать такой маникюр. Я уже примерно представляю, как это будет выглядеть. А здесь мне понравились вот эти два рисунка. Очень напомнили Мойру. Знаю, как это классно смотрится, если украсть это стразиками или шестигранничками. В общем, интересные пластины. Я подумаю, что можно придумать. Погадаю, покручу, поверчу, еще посмотрю. Но думаю, маникюр я с ними сделаю. Обязательно. Вот это мне, конечно, очень понравилось. Веточки мне очень понравились. Все, девчонки, все ссылочки будут в описании под видео. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!